Папа идет на турнир. Все, давай. Ты за главного остаешься, понял? Мы идем тащить день два. А, сейчас буду тащить день два. Вышел из дома, мне идти до казино. Ну так, получилось. Буквально минуточки три. Зайду, возьму кофеечку и вперед, бой. Почти доиграли первый за уровень. 190 тысяч. 190 блайндов, но сейчас блайнды получится. Почти 700 фотов уже собрали. Заканчивается поздняя регистрация. Думаю, 700 фотов соберут. Хороший турнир. Сложно раздать сумму, пока не играл. Вот, полировки гиги тоже не раздавали. Потихонечку работаем. Объявление. О, рекорд побили по количеству входов. Точка и Кузиков принял. Так, очередной перерыв. У нас 187 человек в игре. 87 призов, 290 тысяч стек, средний стек 110 тысяч. Было чуть-чуть побольше, мы проиграли. Сейчас отдохнем и продолжим. Такие красивые. Чемпионов фотографируют. Идем дальше. А вот тут лотерейка, два пакета разыгрывают на битву, два мальта, на халявочку. Солитик раздали СБВБ, пусть как выиграть, ну ладно. Это, да? Больше 300 гранатов. По 400, наверное. Приятненько. Короче, выбил еще пару человек. Тузики раздали на СБ в туз валет, потом фулл хаус с лопам мне сдали на 7-7-6 против УТГ, но я там почекрейзил, две поставил. Не жадно, не стал там салыном. Парирую сейчас, у меня очень большой стек. Меня посадили на ТВ-стол. Я спускаюсь вниз, иду к ТВ-столу. Так что будем гасить. Стек посчитаем перед ТВ-столом. Обойдут. 100, 200, 300, 420, 450, 450 тысяч. Короче, очередной берет 450 тысяч у меня. Три средних стека, сейчас такой прибабл, но меня посадили с того стол, но говорят, три раза медленнее раздача. Для меня это, конечно, конкретно невыгодно. То есть еще оппонент очень долго думает, ну ладно, на улице идет снег, если все не так плохо. Будем работать. Может быть, сегодня пойдем в призы, но вряд ли, мне кажется, будет близко к баблу. Нет, три. Человек остался, все еще с того стола играю, стою ужасно. Просто мусор, короче. 450 тысяч, блайнд, ПД 5 тысяч. Куда не двинулся. Так что это. Сижу, жду. Осталось 12 человек до денег. 87 players get the money. 2,100 euros is the min cash for this tournament. A lot of people have made it overseas or over lands from other countries. Раз за 6 подряд, но все подряд заходит, просто что бабл. И потом две дамы тузики раздали, 4 вместо кола прибет нажал, потом проиграл. Так, там 50-50, можно было. Ладно, продолжаем. Короче, этот стол полный отстой, мы играем в 3 раза медленнее. У нас, во-первых, 2 медленнее раздают, во-вторых, там просто по полчаса думают каждый раздачу. У меня 3 средних стека, и типа прибабл, говорит, как надо наоборот, как можно больше раздач сыграть. Еще и сдают мне 7-3, и прочее, ни одной раздачи в итоге не сыграл. Хотел бы за обычный стол сесть, ну ладно, уже будем теперь за ТВ столом играть. Перешел мало, 20 тысяч, 5 до денег осталось. Запаковываем фишки. День 3. Ну вот очень плохо с того стола раздавали, очень медленно раздачи играли. Я пришел чуть лидером, большим 475 тысяч у меня было. Огромный стык, но прям совсем карты плохие были. Я терпел как мог, когда уже там, проиграл там с квиспоти. Вообще люди очень играли интересным образом. Потом раздали две дамы, я решил три бетнуть, хотя в таком споте я могу и колом сыграть, наверное, в 70% случаев. И, в общем, упоролся в тузов. Стал у меня сейчас средний стек, 5 до денег. Ну, завтра проползаю в призы, а дальше уже по ситуации двигаемся. Хороший день был. Переходим в день 3.